Мы приехали место стапеля. Каменный остров. Вот здесь вот развернем всю нашу лодочку, надуем ее. Четко, четко как надо. Камушек меня не побеспокоит. И туда, туда, туда. Ну, поехали. Значит, по порядку. Распаковался. Лодка. НДНД. Надувное дно низкого давления. Фиштрон. Вот этот светло-серый. На нем лежат 30-литровый гермомешок. И два маленьких. Два мешка маленьких и большой 30-литровый. Это подарок от Time Trial. Спасибо, ребята, благодарен. Там еще некоторые допы, дополнительные резервы. Значит, здесь хомут на нос и курсовой стабилизатор. Вот он, собственно, курсовой стабилизатор. Довольно щедро дополнительный материал, вот это вот, для латки лодки. 4 подстаканника, ну, подстаканника для удочки, ну, или для спиннинга, то как гораздо. Дополнительно в баночке идет у нас спецсредство, клей для латки, ручка для лодки. В общем, и клапан Голубева. Я полагаю, что клапан Голубева ребята мне тоже допом положили. Спасибо, ребята, еще раз. Фишкаяк спущен на воду. Так, о четкости картинки. Вот он я. Водонепроницаемые носки. Весло. Удочка. Ну, там багаж сзади. Прекрасный вид. ЦПКО Крестовский остров. Вот. Обхожу по средней нефти. Надо постараться. Придется попыхтеть. Рябь по воде, ветер. Надеюсь, видно. Против ветра, против течения. То есть максимально тяжело. Ну, на мой взгляд. Давайте-ка развернемся. Покажу вам панорамку. Вот такая вот штучка. Представляете, это против течения. Легко развернулись и пошли дальше. Прекрасная лодка. Каяк. Почти здорово. Всем рекомендую. Иду самым варварским способом по фарватеру для крупных судов. Насекомое нахальное, да? Как этот? Как комар. Вот, сейчас волна. Ой, прелесть вообще. Бомба. Спасибо, босс. Ну ладно, не будем долго здесь застаиваться. Течение сносит. Go down. Moses, go by the river down. Ну, up получается. Еще одно плие. А нет, фуету, фуету. Вот. Что, плие-то рано еще. День в разгаре. Ну что, течение не такое сильное. Вот сейчас я выйду вон за тот мостик впереди. Плюх, 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 плюх. С таким судоходным потоком. Или как это называется, опять же, в комментах. В комментах есть, я знаю, умельцы, знающие люди.
Грибу первый раз. Ругать можно, но письменно, без чьей-то подсказки, от души. И кать не буду, сразу говорю, но улыбнусь, если прочитаю. Ребята, дух приключений – это байдарка, это каяк. Давай, красавица, давай. Давай, лапочка. А ты ж моя хорошая. Давай, 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 давай. Здесь поработать придется, поработать как следует. Аромат шиповника просто бомба. Аромат реки, шашлыка. О, бомбизм. Причем есть не хочу, но нюхать нравится. Ароматный и приятный получаю я за чем. Кидайте видео друзьям, покупайте лодки, присоединяйтесь, пишите, кто хочет присоединиться к покатушкам, подскажу, поделюсь опытом полученным. Давайте я вам еще красоту покажу. Еще одну фуету. И все ж вперед. И вперед. По полям, по балу. Там идет. Ну давай, давай. Разгон. Плюх, 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 плюх. Конечно, то, что сейчас, спустя час гребли, и то, что было в начале, небо и земля. А если так пару месяцев? Ну кто там со мной хочет покататься? Давайте. А сапах кто? Тоже давайте. У вас, конечно, вид транспорта не для середины реки, но тоже можно для отважных вполне. Кстати, пока сегодня шел, встретил 4 каяка, 2 каркасных, 1 надувной. Вот как мой, у меня надувной каяк. И сапера. Самым приветливым оказался сапер. Лайк, подписка, бубенцы. Приятно вот так вот поприветствовать, получить алаверды человека, совершенно тебе незнакомого. Вот, внимание, ребята, мост. Мост ЦПКО. Что? Значит, какие планы? Мы идем дальше против течения. Там вот войду в третий пролетик. Вот сейчас он прямо по курсу у нас. Там фарватер для таких аборигенов, как я, с веслом на надувной лодочке. Сейчас понимаю, что я просто на подсознательном уровне уже гребу. Я даже не задумываюсь. Раньше куда? С какой стороны? Почему так плюхает? Чё ведет? А сейчас давай, наваливай. Да, детка. И пошел. Иду здесь первый раз. Но под мостом тоже
часто придется приходить. Мост — это угроза арматуры. Смотрим на плюхи, смотрим на течение, наваливаем, да, выравниваем. Здесь все усиливается. О, вот это мощно, вот это мощно. Вообще огонь. Еще. Хорошо. Ой, только себя похвалил и тут же дал маху. Ну даёт. Давайте, дизлайкте. Пишите, тролльте. Но потом обязательно извинитесь и поставьте лайк. Да, течение здесь, будь здоров. Но мы выгребем это. Так получается, что именно... Вот, все, вышли. Теперь можно. Приходится... Два раза с одной стороны, потому что закручивает. Видимо, глубина прямо под мостом какая-то, ну что-то вроде бочки. Не бочка, конечно, там пена, но какой-то водоворотик есть. Все, идем ближе к бережку. Но все так же против течения. Все так же. Ох. Ну что, покажем этот мост. Вуаля. Вот он. Вот он, ребята и девчата. Вот. Коварный третий пролет. Коварный. Что, разворачиваемся? Погнали дальше. Видео длинное. Кто-то, может, даже вздремнул, уснул. Мне не до пустяков. Это ваши проблемы. Пропустите. Как я кайфану на реке Крестовки, когда пойду уже по спокойной воде. С ветерком пит спину. Да-да. Ветер низкий по воде. Немножко ведет. Хочу опять же попробовать радикально, самое сложное, самое такое, смотрите, ах, какой ветер, только на воде такой ветер бывает, те, кто ходят, меня поймут, ребята, плавает, go no, oh no, а по воде все сюда ходят, не забывайте, не обижайте людей. Не говорите, что они плавают. Не, ну если брать, как я начал сегодня свой путь, пожалуй, некоторые все-таки плавают. Но только в самом начале, а потом идут. И лодка тут ни при чем. Пошли. Пошла жара. Ох, у меня откидное со спинкой, фиштрон называется. Просто класс. Класс. Ребята, не нужен никакой тренажерный зал. Сели, взяли, пошли. Да, обязательно длинный рукав. На воде солнышко бьет сильнее, обгорите. Или втирайте там, что вы втираете. Крепче так. Давайте на барашки. Только вначале выйдем из этой уткиной заводи. Ах, прекрасно. Хочу принять на борт. На бок. Да. Класс.
да, так удобнее. Да, лодка супер устойчивая. И боком, и носом, и по-разному. Хорошо волну принимает. Носовой тент замечательно гасит всевозможные плюхи. Да, это то, что я хотел. Волна и весло. И лодочка моя, красавица. Давай. Тащи меня, тащи, красавица. Хорошо. Все у нас прекрасно. Да, конечно. К таким еще я не привык. День очень разнообразный. По стилю гребли, по течению, по ветру, вообще по всему. Лодка, безусловно, стоит своих денег. Дом с грифонами, ребята. Дом с грифонами. Ну и девчата, конечно. Кто ж здесь живет? Кто ж здесь живет? Чудесные, наверное, люди. Милые лица. Важная работа. А воспитание? А воспитание, ребята. Просто помню. Сверхлюди. Иначе как же еще в таком доме с хранителями нашего города, с грифонами. Так, подходим к реке Крестовки. Последний бой с волной. Он трудный самый. Курсы погнали. Вот нам, ребята, вот туда. Вот туда, но вдоль берега. Я бы сейчас, наверное, не решился при таком течении форсировать. И это... Все-таки здесь форсировать. А давай. А давай. Если сложно, усложним еще. А когда вернемся, это будет уже понты. Когда я сдавался? Да никогда. Всегда вперед. Давай. Давай, наваливай. Давай. Извините за брань. Это от души, как у Пушкина, у Есенина. Не пересекаем. Да, это я весло не плюху. Сейчас весло поверну другой стороной. Так близко я к этим домам еще не подходил. Не бегом, не на машине. Сейчас на лодочке гребанем. Ох, классно. Вот это да. Да, тихая заводь. Прям гавань для бродячего моряка. Речника. Конечно. С этой стороны я никогда не был. Да из чего мне бывать? Посмотрите, опять же, здесь кругом, кругом заборы.
стабилизатор, курсовую устойчивость рулит. Нам туда огибаем остров. Красота. Ну что, други, сижу в камышах. В необычном месте. ЗСД, там пешеходный мостик, там туда. Встал немножко отдохнуть. Все-таки без отдыха уже сколько? С самого утра. Часов 10, наверное. На воде, на веслах, против течения, по течению. Вместе с течением, с ветром, без ветра, по ветру, против ветра. В общем, наслаждаюсь. Мне туда обогнуть и пришвартоваться с той стороны. Там меня будет ждать автобус и антистабель. Ну, вперед, вылезаем с травы. Коротко о главном. Мы почти в открытом море. Welcome, Финский залив. Тяжело было пройти. Волны, шум. Страшновато. Но навалили, поднажали. Красота! Да! А вот, ребята и девчата, обошел. Обошел. И иду вон туда. Пошел. Так, други, корабль разочек причалил. Капитан на мостике. Идем итоги на нашей стояночке антистабельной. Значит, мы обошли Крестовский остров полностью. Частично обогнули по правому берегу. Прошел по реке Крестовке туда-сюда. Вышел в Среднюю Невку. Прошел по ней. Получается, второй раз. Один раз против течения, один раз по течению. Вышел Финский залив, открытое море. Да, имею право так называть, потому что в моей лодочке весельной, когда волны сантиметров 40-50 и тебя подбрасывают то вверх, то вниз, да, я был в открытом море. На вот этой вот красавице. Лодка потрясающая, устойчивая, ходкая. Немножко не разобрался с фиштроном. Удобно, но не настолько, как я планировал. Что откинулся и получаешь удовольствие. Пока нет. Рыбу я сегодня не поймал. Но цели я такой не ставил, честно говоря. Просто покидал. Приятно, приятно. И понял, что каякарь нужен обязательно к этому всему. Ну вот я вошел через Петровский фарватер. Я сейчас лодку сдуваю. Все сдуваю, протираю, навожу марафет. Красавицу мою пакую. И отправляемся туда. Там нас ждет 10-й автобус.